Дню знаний посвящен наш сегодняшний эфир. В студии Марина Гесс и Павел Савченко. Какой же день знаний, без школьной линейки и песен про школу. Мы тоже решили поздравить челябинских школьников и приготовили всем нам сюрприз. Да, ну а поможет нам в этом ансамбль «Ровесницы». Девочки, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, и вас мы поздравляем с Днем знаний. Спасибо, что этот день вы решили разделить с нами. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какая-то любимая песня как раз вот в тему этого праздника Дня знаний? Да, наша любимая песня «Учат в школе», которую мы сейчас для вас и исполним. Отлично, отлично. Обязательно мы ее послушаем вместе со всеми телезрителями. Давно в школу ходите? Да. А нравится? Помните свой первый день знаний? Да. Да. Ну да. А чем запомнился, может быть, какие... волнительно было? Конечно. Да. А сейчас? Уже не так. Уже, вы уже знаете, что происходит обычно 1 сентября. Да. Ну вы потом же пойдете на линейку, правильно? Да. Верно. Ну что ж, замечательно, мы вас поздравляем, я присоединяюсь к Паше. Ну и давайте песню, давайте всех этой песней поздравим, всех тех, кто переступит сегодня впервые порог школы. Итак, друзья, уважаемые первоклашки, а также все те, кто к школе имеет прямое... Да, мы все имеем прямое отношение. Да. Эта песня для вас, с праздником. Читать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. К четырем прибавить два, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Что же, браво, браво!